Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 13.6. Итак, она вышла сегодня, наверное, спустя час, может, два назад, не знаю. Вот она может быть Golden Master для кого-то уже релизной. Да, бывает так, если вы будете задаваться вопросом, почему я так говорю, но так бывает. То есть кто-то заходит на настройки у кого-то Golden Master, а кто-то уже сразу релизная. То есть для каждой версии iOS прилетает вот так вот. То есть она весит 4,2 гигабайта. Было какие-то мелкие исправления там в прошлой, около 200, у кого может чуть больше 100. И как бы в целом, что хочется сказать, новых фишек завезли дофига. То есть мелких по исправлениям, то там, ну это все по мелочам, ничего конкретного. Автономность у нас повышена, скорость работы у нас стабильная. В целом никаких нареканий не вижу, здесь все быстренько отзывается, скорость как бы вообще все на суперском уровне. Даже не знаю, есть ли смысл что-то открывать быстро, ну игру быстро откроем. То есть тут раз, два, и все, она быстренько открывается. То есть, опять же, я не вижу смысла. На баги проверим, как я это обычно делаю. Люблю, заходим в аккумулятор, смотрим 100%. Грузится, пролистываем, все четко, никаких багов, глюков здесь нету. Все замечательно. Опять же, по самой работе все суперски, все классно. Зайти в обновление, посмотреть, что здесь, можем обновиться прямо сейчас, проблем никаких нету, быстренько все переключается, скорость суперская. Но опять же, в прошлый раз я снимал на семерочку, сейчас я уже на 10 спешу, естественно, здесь разница будет колоссальная, то есть на два поколения телефон мощнее, и как бы что тут даже говорить, не знаю. Вот как-то так. Стоит ли обновляться? Конечно же, обновляйтесь, ребята, она более стабильная, более производительная. Как бы от 13.5.1 отличается мелочами какими-то, где-то шрифт, где-то там что-то добавились в обновлениях, теперь можно отключать автоматическое обновление, еще один подпункт, это очень важно, обычно когда телефон у нас заряжается до 80%, включается обычный режим с энергосберегающего, как это я люблю обычно делать, и телефон начинает загружать просто обновление и установят без вашего ведома. Это печально. Сейчас это можно отключить, это круто. Вот как-то так. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.